Всем привет, с вами Слай, и сегодня мы сыграем в новом режиме Ranked на сервере mchypixel.net. И давайте начнем. Итак, в общем, мы начинаем играть в Ranked моде. Собственно, данный мод позволяет нам соревноваться с другими игроками в PvP на SkyWars и вообще в выживании на данных картах. Собственно, здесь карт очень много, я уже поиграл и нашел как минимум 3 новые карты. Это просто замечательно, потому что вот в последнее время я очень беспокоюсь насчет того, что на Hypixel просто нет нормальных карт. Я реально подумал, как бы отсюда уходить, но нет. Они все-таки добавили сюда соревновательный режим и кучу новых карт. Я просто обожаю теперь этот сервер. Ладно, я нашел тут алмазный меч и также алмазный нагрудник. Супер. Сейчас мы побежим на мидл, пытаемся залутаться. Я не знаю, получится ли у нас это сделать. Собственно, сейчас я уже слил 2 каточки. Просто потому что как бы рашил, и меня забирали в спину, когда я собирал и лутал сундуки. Так, ставим ифрита, сразу лутаемся, здесь у нас есть зелье регенерации. Ладно, отлично. Заг врагня. Вау, супер. Привет, пацан. Да, ты у нас, наверное, чуть-чуть подгоришь пока что. Мы тебя сейчас забираем. Ну вот, ребят, видите, он только что пытался меня забрать спину, если бы я не нашел, наверное, нормальный меч, он бы, возможно, это и сделал. Так, он сейчас догорит. Он сейчас должен догореть просто. Очень легко, ну, либо не очень легко. Ладно, спускаемся к нему и забираем последним ударом, давайте. Все, забрали, с него нам выпали алмазные ботиночки. Но у нас были получше, они были на защиту, давайте их возьмем. Также возьмем воду на всякий случай и лаву. Все. Ну и можно, кстати, выпить вот это вот зелье Fire Resistance. Все-таки, мне кажется, оно нам не помешает. Пьется оно, кстати, моментально, я не знаю почему. Это был какой-то баг, ребят. Не знаю, второе зелье выпилось гораздо дольше, как там, дольше пьюсь. Скорее всего, это меня просто пролагнуло. Так, на миду есть пацаны. Ребят, здесь нельзя тимиться, как бы, потому что закидывать здесь рандомно, без всяких тим. Ладно, забираю вот этого пацана, по идее, сейчас. Да? Он мне тоже пытается пвпшить, я выиграл, все, с вами был Слай. И, ребят, мы сейчас сыграем вторую каточку. Итак, мы играем следующую игру. Также играем с китом дефолт. И вот, посмотрите, какая замечательная карта. Серьезно, я вижу впервые, она прям-таки очень крута. Ладно, спускаемся на наш остров, лутаем наши сундуки. Здесь у нас есть алмазный меч, есть у нас здесь также огниво, и вроде все. Еще есть алмазный нагрудник, и зелье регенерации. Вполне неплохо, сейчас будем строиться на мидл, но предварительно заложим нам в инвентарь немного блоков, которые позволят нам строиться. Так, на миду есть игрок. Я его вижу, он ломает сундуки, и за это стоит его уже убить. Просто, ребят, не ломайте сундуки, ломать сундуки это плохо. Так, где он? Я его не вижу, он сломал, видимо, все сундуки. Так, а вниз он спускался? Нет, стойте, вниз не лутал. Ладно, забираем здесь поушены Instant Heal, то есть моментального лечения. Кстати, нашел поушен скорости только что, взрывной. Давайте его заюзаем. Также, так, регенерация на 8 секунд. Нет, спасибо. Пока что мы ее пользоваться не будем, защита 1. TNT, скорее всего, взрываются здесь не моментально, а именно от поджога. Либо от какого-либо взаимодействия с ними. Так, там игрок к нам спустился. Этого игрока мы сейчас заберем, потому что у нас все-таки получше будут вещи, мне кажется. Все, забираем. Ну же. Ну, да, он как-то легко слился. У него был ифрит, ребят. Как можно было слиться с ифритом? По мне, это просто самый топовый моб. Я просто удивляюсь, как можно с ним слиться. Потому что, по-моему, ифрит всегда все делал за меня. Если я его находил. Так, скорости себе бахаю. Регенку. Сразу же. Так, все, Виктор, ребят, я не знаю, как я победил. Я реально сначала кидал ему регенку. Чисто на него. Но в итоге мы сделали 2 килла и победили. И, возможно, выбьем кит. И на этом закончим данную серию. И сегодня в колесе душ нам попадается, скорее всего, 2 кита. Смотрите, как они синхронно крутились, только что там было 2 эндер перла. Я был бы рад, если бы они выпали, но нет. Они слишком синхронно выпадают. И нам отдают, как бы, вот эти вот прекрасные маленькие мешочки с золотом. Я не люблю Hypixel за это. Ладно, ребят, с вами был Слай, в следующей серии мы также сыграем 2 каточки и один раз покрутим данное мистическое колесо. Все, всем удачи, всем пока и до скорых встреч. Также не забудьте поставить лайк, прокомментировать данный ролик и перейти по аннотации, чтобы посмотреть мои прошлые видео. Всем удачи и всем пока, до скорых встреч.